Добрый день любителям природы. Вот, мы почистили рамки, и у нас получился вот такая штука. Воск и прополис. Чтобы отделить прополис от воска, мы берем и в холодную воду засыпаем его. Засыпаем в холодную воду. В процессе воск разбухнет. Отделится прополис. Прополис утонет. Воск остается наверху. Воск остается наверху. Вот так вот. Сейчас мы два ведра сделаем. И оставим где-то на одну неделю. Ну, соответственно, помешивая каждый день. И будет у нас хороший товарный прополис. Прополис у нас природный антибиотик. Помогает от множества болезней. А в основном от поджелудочной железы. И подходит крем для суставов.